Я смотрю на эту величественную панораму, которая раскинута передо мной. Это тот самый семитысячник, который во всех учебниках называется Маккинли. На местном наречии эта гора называется Денали, что в переводе означает «великая» или «great». Когда смотришь на эти вертикали и видишь это величие, начинаешь задумываться о той мелочи, над которой мы бьемся практически все свое время, отпущенное такое короткое в этой земной жизни. В районе полярного круга и в районе летнего солнцестояния совсем иначе воспринимается день и иначе воспринимается вечер. Вообще нельзя даже примерно представить, что это вечер. На этой сказочной земле под названием Аляска. Мы сюда ехали весь целый день. И вот за мной, вот прямо вот здесь, находится дорога, называемая Денали Роуд. Мы до этого ехали по кромке этого национального парка под названием Денали, а сейчас мы повернули уже в сам парк. Мы, конечно, восхищены этими видами и с нетерпением ждем встречи с этим высочайшим семитысячником, о котором я слышал еще, наверное, семиклассником, когда его покоряли Рейнхольд Месснер. Я сейчас не вспомню все фамилии, но все великие восходители мира. Гора Маккинли. А на местном наречии гора Денали – это высочайшая вершина Северной Америки.
Сегодня 21 июня 2015 года, и мы уже в самом центре этого замечательного национального парка Денали на территории Аляски. И сейчас мы в ожидании автобуса, который нас повезет в Эллисон Айленд в 6 часах от этого места. Мы сейчас проделаем совершенно, наверное, заворожительную сценическую экскурсию в предгорьях горы Маккинли. Погода, конечно же, не очень, так немножечко капает с небес, но это все пройдет, и мы надеемся, что ветерок унесет эти тучки и выйдет солнышко. Я стою на фоне того самого Маккинли, о котором говорят во всех учебниках географии. На местном языке Атабаске эта гора называется Денали, что в переводе означает «тот самый высокий», «the great one», «the tall one». Мы приехали на автобусе экскурсионном посмотреть, полюбоваться этими красотами. И в этом месте мы решили побыть еще какое-то время, отпустив автобус, решив уехать самым последним. Виды совершенно потрясают. Конечно, немножечко подвела вот эта атмосферная влажность, из-за которой сама гора Денали или Маккинли не видна. Она видна, собственно, какими-то своими слегка угадываемыми очертаниями, и мы уже достаточно смогли сделать и таймлэпсов, и фотографий.
кое-какие видео, кое-какие панорамы. Вот эта долина, внизу которой течет река, имеет такое множество достаточно активных ручьев. И вот эти активные ручьи каждый раз изменяют свое местоположение. И эта река постоянно несет свои воды с ледников, и никогда, в принципе, не бывает это русло полностью заполненным водой. А географически эта зона называется тундрой. Я бы ее назвал приполярной тундрой, потому что сама тундра бывает разной. Бывает с вкраплениями болот, с вкраплениями низкорослых кустарников, лесов, труднопроходимых. Например, на Сахалине это такие низкорослые просто деревья, по вершинам которой можно легко перемещаться. Но провалившись в них, можно пролететь метра два. Но в данной точке совершенно нет никакого практически кустарника. Из-за высоты, а сейчас мы находимся примерно на 200 метров, здесь остались только, можно так назвать их, альпийские луга. И в этих альпийских лугах очень много различных цветов, период вегетации которых, ну, наверное, пару месяцев. И за эти пару месяцев они набирают совершенно неимоверное количество всего того, что в долинах, далеко внизу, порядка 3, 4, может быть, 5 даже месяцев. За вот такое короткое лето здесь практически не бывает месяца, чтобы не выпадал снег. И наш замечательный водитель, который нас сюда привел по кличке Медведь, которую он уже носит примерно 30 лет, о которой он говорил, он говорит, что достаточно сложно найти такое большое длительное время без снега. И также сложно найти время, когда видна гора Маккинли, или на местном наречии атабасков Денали.
уже вернулись. И да, и я сейчас смотрю на часы, сейчас 22 часа и 4 минуты. То есть 10 часов. Это 11 часу мы снимаем абсолютно легко, без всякого чего. Без всякого света и без всякого дополнительного приспособления типа гейна, который бы нам дал возможность это сделать. Но солнце уже село за эти горы, солнечный закат будет после 12. Собственно, совершенно непредставимо, что происходит на свете, летнее солнцестояние. И мы сегодня посетили в 3,5 часах отсюда Эйлсон Визитор Центр, из которого практически можно было бы увидеть все величие горы Маккинли или Денали. Приятный маршрут, совершенно приятные водители. Вот именно на этом автобусе, который сейчас вот-вот отправился, мы совершили эту экскурсию по достаточно горной, вьющейся дороге. Национальный парк Денали, как выяснилось, чуть больше штата Вермонт. Ну, конечно же, мы встретились со многими представителями этого замечательного парка. Мы видели и гризли, мы видели и много лосей, мы видели тех самых карибу, которых Санта-Клаус или по-русски Дед Мороз запрягает в свои совершенно необыкновенные небесные сани и развозит детишкам подарки под Новый год. И, конечно же, можно было бы здесь побыть очень-очень-очень долго, но время нас совершенно подхлёстывает и не ждет, и у нас впереди много увлекательных точек, где стоит остановиться и посвятить время для того, чтобы продолжить этот рассказ.